6 насыщенных дней, 16 команд, 200 спортсменов из Москвы, Пензы, Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска и других городов страны. На юношеском турнире Кубок Юрия Семина соперничали футболисты 2009 года рождения. Обе команды из Мордовии прошли в четвертьфинал, однако дальше их соперники оказались сильнее. В финал состязания вышли две самарские команды – «Крылья Советов» и «Форвард». В итоговом матче «Крылья Советов» победили со счетом 3-0. Игра была тяжелая. Первый тайм нам чуть-чуть не дался. Во втором тайме тренер подправил некоторые указания, и мы смогли забить, и игра пошла легче. А турнир сам впечатление хороший, команды сильные. Заслуженные награды спортсменам вручал известный футболист и прославленный тренер Юрий Семин. Он лично приехал в Саранск, чтобы поддержать ребят. С Мордовией Юрия Семина связывает не только турнир. В 2014 году он тренировал футбольный клуб «Мордовия». Под его руководством команда заняла 8-е место в чемпионате России. Это стало лучшим результатом в истории клуба. Юношеский турнир Юрия Семина проводится в республике во второй раз. Самое важное то, что они в этом соревновании могут друг с другом посоперничать, определить свои слабые и сильные стороны. Дальше, наверное, им тренеры подскажут, какие моменты нужно побольше работать, чтобы прогрессировать. Поэтому это хороший турнир. И самое главное, что он хорошо организован. Прекрасные условия, прекрасный манеж. По итогам определили лучших игроков Кубка Юрия Семина. Лауреатом в номинации «Лучший вратарь» стал голкипер тульской команды «Лисы-2018» Илья Дегтярев. Звание лучшего защитника досталось игроку самарского форварда Артему Ульянову. Игрок Мордовии Владислав Морозов завоевал титул лучшего полузащитника турнира. Соперники были все очень хорошие. Турнир очень классный. Я благодарю организаторов за то, что организовали этот турнир. Все понравилось. Игры прошли нормально. Достаточно трудно было в 1/4 нам. И по пенальти мы проиграли. Не повезло. Также награды получили лучшие игроки всех команд в Мордовии. Им стал Данила Василькин, а в «Авангарде» Константин Спирин. Бронзовый кубок турнира завоевала московская команда «Локомотив» Перова. Серебро соревнований досталось самарскому форварду, а золотой трофей забрала также самарская команда «Крылья Советов». Ольга Данилова, Сергей Соколов, «Народные новости».